Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами снова я, Аркадий Романович, и сегодня мы поговорим о правилах соблюдения риск-менеджмента, каким объемом нужно входить и как правильно его рассчитать. Итак, давайте посмотрим на пример депозита. Возьмем депозит на уровне $10,000, и зададимся вопросом, каким объемом средств я готов рисковать, то есть процентом, да, каким процентом при данном депозите я готов рисковать в каждой сделке. У меня это 2%. То есть у меня 2%. То есть не более 2%. Когда я понимаю, что я могу потерять больше 2% в каждой сделке, то становится, ну, некомфортно, в общем. У каждого порог свой, у вас может быть и 5, и 10%, да? То есть это $200. Да, получается $200. Для тех, кто только к нам присоединился, $200 – это та сумма, которая участвует в торгах, в принципе. Да? То есть вы ограничили эту сумму. $200 участвует в торгах, а 9800 мирно спит. Эта сумма, еще раз говорю, может быть больше, зависит от ваших предпочтений относительно риска. Давайте на реальном примере рассмотрим. Как раз сегодня мог бы быть такой вариант. Да? Евро-доллар, евро-USD, buy, покупка. От 1, сколько сегодня была цена перед взлетом? Давайте, после нон-фарма, мы сейчас записываем видео как раз. 1.11.300, давайте, вот мы прям вот точно вошли, идеально, представляете? Вот. Так, 1.11.300 у нас вход, take profit мы установим. Напомните, какая котировка была самая максимальная? Сегодня, да, по-моему, 1.12.800, ну, по крайней мере, какую я застал. Вот. И стоп-лосс мы установим 1.10.500. Уже можно, в принципе, уверенно поставить стоп-лосс, да, ну, вот, совершенно не переживая, ну, как уже 1.12. Вот, соответственно, что у нас получается? У нас получается риск, да, риск, стоп-лосс, то есть наш риск 800 пунктов. 800 пунктов риск, да, стоп-лосс 800 пунктов, по 5 знакам я беру сейчас. Соответственно, 2% это 200, то есть 200 мы делим на 800, да, это может быть и другая цифра, не обязательно 800 пунктов, понятное дело, зависит от того, как вы проанализировали рынок и решили поставить стоп-лосс. И, соответственно, мы получаем 200 мы делим на 800 и 0 равно 0,25. Лот у нас получается объем, то есть 0,2-0,3 лот мы можем использовать в данной позиции. И это будет равно 2%, которые мы установили изначально. Вот таким вот нехитрым способом вы можете правильно определять объем в рынке и, соответственно, минимизировать свой убыток. Кстати, хочу воспользоваться случаем и объявить о старте нового курса по онлайн-торговле, который начнется с 14 июня, да, и мы будем торговать в режиме реального времени целых 2 часа в американскую сессию с 18.30 до 20.30, то есть 2 часа чисто живой онлайн-торговли на 30 на 15 минутных таймфреймах. Поэтому ниже под данным видео будет обязательно ссылка, как подписаться на онлайн-торговлю. Будет вариант абонемента на месяц, на 3 и на 6. Я бы рекомендовал на 3 месяца, потому что будет очень и очень интересно. Все, всего доброго и до связи.